Меня тянет назад, я не могу вас тянуть даже. Не-не, слышишь, слышишь, не крутись. О, нет. На дорогу, цепляйся. Нет. О, я могу тащить вас, прикиньте. Волочить вас буду, бомжар, по полу грязному. А если мы будем сопротивляться? А ну, Максим. Давай, перетягивание Максима. А как так? А почему? А что такой сильный? Я король бомжей. Ну что, побежали? Давайте, ребят, все на лифт. Раз, два, три, у нас есть немного времени. Стой, стой, стой. Давайте выберем, куда мы пойдем. Тут можно налево, можно направо. Я предлагаю направо, можно перепрыгнуть здесь. А что, мы одновременно должны бежать или паровозиком? Не, давай одновременно. Раз, два, три. Три. Вот. О, все. Отлично, отлично, отлично. Тимворк, отличная работа, ребят. Главное не торопиться. Я же сказал, главное не торопиться. Тащи на Е, на Е. Короля бомжей спасите. Вот, спасибо, 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 спасибо. А что я должен делать? Я не могу что сделать. А, ну все, странно это было. Я думал, это будет легче. Раз, два, да, раз, два. Блин, давайте синхронить нормально. Аккуратно, без спринта, потихонечку просто идем, не торопимся, не торопимся. Да, по спиралечке. Все нормально, все нормально. Идем. Здесь. Тихо, тихо, тихо. Это чуть ли мы не совершили ошибку. Вот это ловушка. Давайте либо по экстриму сейчас прыгнем направо, либо по коробочкам полезем. Не-не, давай по коробочкам. Да ладно, это легко. Куда вы хотите прыгать? Вот направо, где ступеньки, да? Готовы? Все готовы. Раз, два, три, короче. Кто считает? Юджин, давай ты всегда будешь считать. Давай бомжей, давай. А, я буду считать? Ну ладно, хорошо. Раз, два, три. Тащи! А вот здесь как оно работает? Тут нужно перепрыгнуть эту желтую штуку или нет? Давай, Юджин, считай. Не, давай вот так. Раз, два, три. Тут можно по очереди, мы не так далеко друг от друга стоим. Так, отлично. Ой, тихо. Здесь что за прикол? Да просто оббегайте. Да, просто оббегаем. Да. Ты, Марк, уже играл в эту игру? Нет, я просто, ну, я вижу то, что она выкидывает. Логично предположить, что она выкидывает. Так. Ага, вот сюда. Здесь окей. Я думал, надо вниз. Я на самом деле думал, что здесь будет немножко по-другому, конечно. А что ты ожидал от этой игры? Ну, типа, не то, что ты все время вверх ползешь. Я думал, тут будут разные карты с разными состязаниями, короче. Нет, тут задача именно вверх. Но фишка в том, что если ты ошибся, упадешь в самый низ. Так, и что, вот эта штука нас вверх забросила? Тихо! Обратно, еще кто это сделал? Рано! Нам нужно вперед сейчас, ребят. Нет, давайте на раз, два, три. И спринт, и прыжок вперед. Вот да, туда где мельница, да. Раз, два, три! Вот. Еще один батут. Сразу дальше. Дальше. Слышь. Еще один батут. Отлично, ребят. Сюда. Умницы. Опа. Отлично. Сила бомжа. Это самые успешные бомжи, которые есть на планете. К успеху идут, да. Давайте пойдем по костям. В какую сторону, только не понимаю. Наверное. Стой. Смотри, можно справа обойти, можно слева обойти. А можно прямо вот на вот эту штуку, видите? Вот, я здесь. Вот вы, да. Тихо, блин, ну кто это сделал? Это Марик сделал. Будь ты проклят! Самый низ упали. Я сказал слушать короля бомжей. Он считал? Не считал. Все, давайте еще раз, ребят. Мы, благо, не так далеко ушли. Стоп, теперь неловкая пауза в лифте. Зашли в лифт, ко мне два вонючих чела. Неприятно так. Черт, и от меня еще воняет. Нам, кстати, выгоднее идти, как цепь нам сделана. Кто ко мне присоединен? Ты, Макс. Ну так, ну, Юра, Марик должен сзади идти. Юра. Юра. Теперь я Юра буду, короче. Всем хай, с вами Юра. И сегодня мы играем в Chain Together. Смотрите, какая тварь. Да, вон там, вон какой огромный хрен стоит, да? Это Юра. Вот тут, готовы все? Давай. Ага, раз, два, три. Так, тихо. Тихо, лучи желтые, осторожней. Ага. Вот. Ну, слушайте, здесь легко, на самом деле, все. Ну, какие-то очень уверенные. Да, блин, Марик, это просто самое начало игры, тут все легко, блин. Да, и все сразу по этим. На нее можно не прыгать, Да, просто зайдем на нее, все готовы? Да, просто взойдем. Давай. Раз, погнали. Два, три, заходим. Вот так. И сразу, продолжаем сразу, прыгать. Сразу на эту. Продолжаем прыгать. Сразу на эту. Тихо. Вот, сразу. Хорошо. И вот сюда. А, все. Пещера. Какая интересная пещерка, да. Здесь что-то происходит. Пусти дядю Юру вперед. Юрец, давай. Давай, я иду. Вот, все, за Юриком. Идем в позиции нужной. Вот здесь на череп. Давайте налево пойдем, вот сюда. Мне кажется, это правильный путь. Я как крыса в лабиринте нахожу дорогу. Стой. А посмотрим, а куда нам идти вообще? Как лучше быстрее-то? Я думаю, сюда. Просто слишком не натягивайте цепь. Не-не, там тупик вообще, слышь? Плохая из меня крыса, извините. Прямо? И направо здесь. Здесь надо направо. Там тупик тоже есть, прямо идти. Точно. Что бы я без вас делал, друзья мои? Стой, мы в тупик пришли или нет? Стой, погоди. Нет, давай вот на эту гору черепов, вот сюда нужно. А, вот, все, хорошо. Здесь маленькая костинка, по которой...
Немножечко я обосрался. Ну все нормально. Так, ну что, забираемся? Нормально, нормально, смотри, смотри. Ой, тут аккуратно. Прыгнем и посмотрим, пока не будем никуда приземляться. А вон, смотри. На вращающиеся камни. На вращающиеся это камни с письменами или вот. Нет, который не вращается. Вот сюда, да. Вот так, хорошо, хорошо. И здесь встаем. Тяни, 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 пул, пул, сейчас. Пул, пул, пул. Тяну, да, тяну, все. Не тянем, мы уже на месте, все нормально. Здесь надо просто пробежать и туда вперед. Готовы, ребят? Раз, два, три, вот сюда. А зачем вперед? Спринт, а зачем вперед? Спринт, а зачем вперед? Спринт, а зачем вперед? Спринт! Какого черта? Спаситесь! Вниз, 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 теперь приказываю сюда. Вам спастись! Сюда, вот сюда! Давай, на камень неподвижный! Давай, есть! Молодцы, ребят, мы не запаниковали. Это самое важное. Что там наверху нас ждет? Промежность бомжа меня ждет наверху. Ладно. Марк вошел в моего. А, это просто... Блин, я подумал, это капканы какие-то. Нет, это просто доски. Здесь все нормально пока. Здесь нет ничего опасного. Слушай, ну это Dark Souls какой-то, на самом деле, я сейчас смотрю. Это Light Souls. Вот сюда, на лестницу. Там шипы, не лезьте туда. Сейчас тем собьет. На всех собьет. Тихо-тихо, камень. Все нормально. Почти не потеряли пробу. Прогресс не потеряли, все нормально. Это бомжевая многоножка. Смотрите, просто бомжевая многоножка. Собираемся в одного большого... бомжицкого короля. И пошли. Тихо, пошли вверх. И вверх. Сейчас ударят. Тихо. Хрень. Ёлки-палки. Хватаюсь. Я схватился. Цепляй. Макси, тяну. Все нормально. Марчик. Стой, может, каким-то окольным путем обойдем? Походу, никак нельзя. Это единственный путь. Стой, а давай попробуем синхронно ползти. Остановись, Юджин. Я в тебя ползу. Давай, вползай меня. Тихо. Марк. Раз, два, три. Ну нет, почему Макс быстрее ползет? Я жму вперед. Как так получается? Я тоже не понимаю. Надо собраться в один большой бомж. Собирайтесь в меня. Вот, все в меня собрались. Все, мы теперь единое целое. И нам нужно ровно на три начать ползти. Раз, два, три. Гоу! Гоу! Есть! Есть. Теперь есть, стоп! Теперь стоп! Чуть-чуть поближе, чуть поближе. Нет, стоп, назад! Вниз! Чуть-чуть вниз. Поехали! Отлично! Нет, нормально. Не-не-не, успели. Нет, все грамотно было, ребят, молодцы, поздравляю нас, это прогресс. Ребят, теперь есть хардкорный путь справа, я так понимаю, и есть еще слева лестница. Давайте справа пойдем. Стой, нахер хардкорный путь, давай не по хардкорному, давай по лайтовому. Ладно, мы пуськи, хорошо. Мне кажется, мы очень прикольный контент упускаем, ползя вот здесь, как какие-то слабаки. Я бы вернулся. Ну, отсчитай. Раз, два. Погоди. Прыгаем в пустоту. Я не уверен пока еще. Раз, два, три. Три. Куда мы прыгнули? Что за прыжок был дебильный? Это был самый выверенный фейл. Самый синхронный фейл в мире. Блин, вот эти кости, конечно, я им не доверяю. Это типа, знаешь, это омаж на уровень Макс Пейни, где по ниточке крови идешь. А, кстати, да, похоже. Но на самом деле, вон ля, прям такое же было место. Только не кости, а трубы. В самом начале игры. Ну нет! Блин, я так сдался легко. Стоп, я держу! Я тащу, ребят. Все, в порядке. Вы в надежных руках. Блин, мы застряли на этих костях несчастных. Меня бесит это место. Оно такое медленное, в нем нет динамики, просто уныние. И мы почему-то фейлимся здесь. Что раздражает. Давайте сюда пойдем. А это просто один уровень, который очень-очень длинный, да, типа? Да, да. Но это суть таких игр. Ты играл в Getting Over It, например? Не-не-не, меня бы бомбануло, я не выдержал. Так в этом и суть. Слушай, сыграй на стриме. Мне... Ай! Простите. Простите. Держу. Простите. Что-то я не могу. Марк! Мужички! Вниз! И чё, и куда отсюда, блядь, идти? Вниз идти на лифт. Это моя вина, я признаю. Ай, на самом дне. Ну, слушайте, это же ад преисподней. Здесь нужно испытывать гнев и боль, и страдания, и сожаление. Я испытываю сожаление, потому что я подвел вас. Да ладно, господи, нормально все. Да? Ну ладно, спасибо. Я больше не чувствую вину. Как все просто оказалось, да? Готово, давай. Раз, два, три. Без лишних слов, просто идем вверх. Дайте не останавливаться. Без лишних мы слов. Мы видим, что впереди. Мы видим, что сзади, и спереди, и сзади. Оп. Спидран. Кто там упал? Давай, нет, спидранил. Тут не надо бежать. Пожалуйста. Я чувствую себя как собака, которая, знаешь, такая погулять выпустили. Я просто вперед мчу. Он вообще неостановимый, неудержимый. Неудержимый, все вперед. Да, тут легко, друзья. Вот наиграешься в своих overgetting или up, или как там? Only overgetting up. Че, может, прыгнем? Давайте. Ну давайте, тут легко. Давай. И здесь легко. Вместе. Тут можно даже не согласовывать вместе. Действия. Вместе. Опа, все, хорошо. Оп! Да, вот сюда. Нормально. Минуем мельницу, отлично.
Минуем. Хорошо, ребят, Катя, очень нет, хорошо. Тут... Давай, давай, очень хорошо. Отличный. Опять Костя. Вот тут давайте поаккуратнее, тут без этого, без дикости. Окей, хорошо. Не, не туда идешь, не туда идем, не туда идем, не туда идем. Простите, простите, я опять что-то задумался. Здесь такое просто место умиротворяющее, на мысли всякие пробивает. Так, так, и вперед, и вперед. Есть. Без тени. Наконец-то кости закончились, бесит меня. Окей, а! Ну ты решил. Почему мы не согласуем? Я случайно не хотел вообще. Нам прямо надо пробежать просто. Да, то просто по камню. Раз, два, три, прыгаем. Бежим, 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 бежим. Спринтим. Вот так. Все. Никаких проблем. Там впереди что-то интересное нас ожидает. Я вот сейчас смотрю наверх. Слышишь, там дорога. Там на машине, может, проехать можно будет. Ребят, вот теперь стоп. Давайте здесь, как в прошлый раз. Сейчас ударит и пошли. Поехали. Пошли. Давай, давай, давай. Остановитесь. Давай, давай, здесь, остановитесь. Да нет, тут еще есть место. Нет, вот так нет, вот. Нет, нет, нет. Не будьте самоуверенны. Да я прям сбоку смотрю, go. Блин. Я прям на нас сбоку смотрю, я вижу, где точно у нее граница хитбокса. Все нормально. Мы сделали это главное. Че, направо не идем? Посмотри, ну вот ты хочешь идти? Это? Я не понимаю. А смотри, где я стою. Ты видишь, впереди выступ, за который можно зацепиться. Давай, ты первый у нас, попробуй. Мы тебя вытащим, если что. Нет, если вы будете стоять там, на платформе, то я не допрыгну даже. Нужно, чтобы вы ко мне запрыгнули. Не, мы подойдем поближе к краю, чтобы ты смог дотянуть, чтобы тебе длины цепи хватило. А, вы хотите залезть реально здесь? Да, смотрите, я прыгаю, я прыгаю. Ладно, еще разок, еще один эксперимент. Я прыгаю. Пул, пул, все, пул, держи, держи, пул, держи, держи. Нет, здесь не пройти, здесь не пройти, я понял. Мы это установили. Вот сейчас надо прыгать, не-не. Просто идем, не прыгаем, а идем, мне кажется. Здесь надо идти. Не получится, не получится. Шагаем. Надо, вот надо сюда, как-то... шагаем. Ой. Вот шагнули, видишь? Оп. И теперь сейчас... запрыгивай сюда. Ой, так. Очень легко, я даже не обосрался. А тут крутиться не будет, нет? Давай я прыгну, я первый, я буду... Нет, мы все, видимо, решили прыгнуть сразу. Ну, ты можешь нажать цифры какие-нибудь. Хорошо, извините, извините. Раз, просто два. Идем вперед. Ай, просто ладно, идем. Ну, давай. Нормально, давай. Нормально все. Юджин просто давай, там давай, уже давай. Как цепной пес рвется. А что здесь? Почему тут так? Я не знаю, почему здесь так? Что за мир, в котором я живу? Почему он работает так? Почему здесь так? Не, пойдем по дороге, по нормальной. Другое место не пойти. Вот сюда. Сразу гоу, сразу гоу. Сразу гоу. Он будет перепрыгивать. Прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай. Блин. Ой-ой-ой-ой! Хорошо, хорошо! Господи! Ай, как прикольно! Юджин, давай залази! Тут приколы такие! Надо на бочку. Раз, два, три. Тихо, опа! Осторожно, оп, друзья. Здесь веревка, но я не знаю, это рабочая веревка? Не-не-не, нахер, нахер, давай по бочкам. Давай, гоу на бочку. Теперь на платформу. Все, легко. Погоди, стоп, стоп, что за луч? Летающий луч. Эта штука нас собьет, это как на лестнице был. Помнишь, на ступеньках были? Смотри, не, не, мы бежим не, за ним, а там в конце перепрыгиваем. Вы поняли? Да. Ее нужно посередине перепрыгнуть, ребят, посередине. Не-не, мы бежим за ним до конца и там перепрыгиваем. Там мы перепрыгнем ее как раз. Смотри, вот сейчас. Побежали. Давай. И вот здесь перебрагиваем. Перепрыгиваем. Прямо вот сюда. Да нет! Тихо. Плохо! Тихо. Подожди, тихо. Все готовы? Раз. Два. Три. А это вот туда вперед, скорее всего. На батут второй. Давай, гоу. Что-то я забыл посчитать. Простите. На коробочку! На коробочку поднимайся, поднимайся. Держу, 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 держу. Он не хватается. Вертилятор? А как за него? Цепью зацепиться. Нет, ты зацепил. Нет! Держись, Марик, ты нас везешь. Марик нас везет. Да, да, все правильно, все правильно. Все, мужички, работаю. Я Юджина раскачиваю. Ладно, я тоже буду раскачиваться. Ветра! Вот сейчас. Юджин, сейчас тут за тебя, короче. Давай, ты. Да, я должен схватиться. Я должен схватиться. А не, или летим дальше. Стой, давай лететь дальше. Просто адский дрон, адский коптер. Я здесь! Отцепляйся, Марк! Он остановился или дальше везет? Он остановился. Все, все, отцепляйся, отцепляйся. Машина! Макс, ты угадал! Ни хрена себе! Че, реально? Ты че? А, ты. А кто ведет? А, я веду. Блин, как ублюдская она управляется. Давайте на трамплин, гоу. Оп. Че, хотите порулить? Я нормально, я на дачу еду. Жень, давай, да, мы это съедем в соседнее село на дискотеку. Так, за проезд передаем, за проезд передаем. Блин, я боюсь. Прям четко под этот, блин. Аккуратно. Под крестовину. Аккуратно, дырка на дороге. Я вижу, эта машина так неудобно управляется. Российские дороги. Этот, петушки. Да господи, боже, что мы. Что ж ты делаешь? Тут метеориты падают, аккуратней. Ой, простите, А можно вылезти из машины-то? Я не думаю, что это хорошая идея. Зачем? Давай.
Так, а где мы? А, я не знаю, че я поехал назад. У нас аж скины поменялись с Мариком. Вы аж помолодели от страха. Теперь это очень странно выглядит. Какой-то старик привязал к себе на цепь двух юнцов. Пойдемте в пещеру, мои друзья. Я правда не знаю, что произошло со мной. И почему я дал заднюю на машине. И почему вот так. Там она очень неудобно управляется, ребят. Это в свое оправдание скажу. И поэтому я сейчас не буду рулить, если мы доберемся до туда. Но... Да. Имейте в виду, она очень плохо управляется. Ты батя, короче, а мы твои сынки. Да, там два моих оболтуса тянут меня вниз, спиногрыз, черт. Это загадки фуры. Надо только ко мне на башню забраться, и тогда я загадаю загадку, наконец, пойдемте. Я опоздал на работу сегодня. Я опоздал. Еще раз. Опа! Еще разок. Хорош, хорош. И давай сразу на этот, на плато, на плато. Мои намазоленные пятки уже так хорошо амортизируют, что я не чувствую боли. Ароматизируют они тоже хорошо. Тихо, так, стоп, тут без торопыления. Давайте вот сюда, направо. Идем направо. Направо. За мной, сыновья, не перечьте мне. Мы в итоге будем вот это рискованный хер делать или нет? Ну, конечно, мы сократим очень много, ну, секунд 10 максимум. Раз, два, три. Вот, изи. Вот ты скомандовал. Вот слушайте мои советы. Регулярно мойте попу и мойте ноги. Кто-нибудь хочет поводить на этот раз? Ну давайте, чтобы справедливо, чтобы все поводили. Да, пора. Поэтому нужно будет потом еще раз упасть. Я Марик водил. Там болтается просто. Я водил, тащите самого Марка. Я водил. Я водил, меня тащили. Я тащил, меня водили. Я Вадим, меня водили. Пойдем, пойдем, прыгаем. Тяните, можете как-то отталкиваться, пока тянешь. Куда отталкиваться? Не знаю, я цеплялся за надежду. Ну давай, мы должны это легко проходить. Давайте без этого, без, короче, где? Мы с ветром на голове немножко. В смысле, в голове, ветер на голове. А теперь смотри, Макс, давай прыгать. Нет, стой, давай подальше друг от друга встанем, мы сейчас сделаем скакалку для Марка. Раз, два, три... 4, вот, 5, 6, давай 7, вот так, 8, 9, 10, прыгай, Марк, эй! Еще раз, эй! Хорошо, какая радость. Блин, прикинь, если бы еще цепь могла запутаться, короче. Одновременно, стой, не сейчас. Прям вслед за ней бежим. Вот сейчас. Блин, ну... Ну давайте, прыгаем, что уже. Готовы? Давайте, раз, два, три. Ой, так, что, запрыгиваем? И сейчас, раз, два, три. Так. Еще сразу разок. Дальше. Опачки. Ага. Есть. Все, ладно, давай ты, Макс, берись. Просто пробел. Он улетел без нас. О, ты куда ты полетел, дрон? Не-не-не, слышите, кто-то из вас схватился, но отпустил пробел. И он полетел. Вернулся, смотри. Давай, прыгай. Прыгни и держи. А, нужно все. Держать пробел. Все, хорошо. Ура! Ой, сейчас будем баловаться, мужики. Давай, Марк, давай пробелем снизу делать. Ребята, у меня что-то палец плохо за пробел держится. Пожалуйста. Положи другой палец на пробел. Положи руку на пробел. Сам ляг на пробел. Давай я сяду за руль. Макс, аккуратнее, она очень хреново управляется. Ой, да, она прям поворачивает отстойно. Да, турбо давай. Пожалуйста, аккуратней, я уже падал вместе с вами. Она прям очень хреново поворачивает. Стой! Нет! Господи, как блин. Это было сейчас жутко. Че у нее с колесами? Че вообще, блин? Ага, я же говорил. Да, у нее очень плохо колеса поворачивают. Дырка впереди. Да, вижу. Дедовские, кстати, а че не дед-то за рулем? А, да, о! Блин. Блин, Максим, опасно. Этой машиной только, ну типа только дед знает, как управлять. Ты зря сел. Я знаю, как падать на этой машине вниз. Я уже, уже падали. Так я вижу по ее состоянию. Да. Ну такая ушатанная немножко, ничего не поделать. Она служит мне верой и правдой уже... 30 да, лет. Да. Вот, мы сделали это. Давай, выходим. Нет, давай дальше. А зачем? Давай дальше. Нельзя. Все, нормально, ребят, нормально. Новый. Прогресс, давайте. Воу! Ребят, смотрите, цепи. Видите, цепи через это не проходят. Кстати, нельзя тут пройти. Мы запутались. Тихо, запутались. Мы запутались. Таким бы так всю игру было бы, охренеть. Так, стоп. Это хренеет. Она переворачивается. Да. Изучаем. Ой, я забыл уже. Прыгай, короче. Да нет! Направо. Сейчас, тихо, поднимайся. Прыгай! Еще направо. Я болтаюсь, пацаны. Тихо. Черт! Я держу вас. Я держу. Да, я залез. Справлюсь. Я залез. Почти. Оп. Давай, сейчас. Перепрыгивай. Ай, не. Давай, держись. Прыгай. Есть. Классно. Вот это мы молодцы с первого раза, ребят. Блин, классно мы сделали. Так и было рискованно. Вот тут начинается платформинг. Вот сейчас. Вот, смотри, вот, видишь, куда? Вот. Еще? А здесь можно и так, да. Я не смог. Подтяните меня, пожалуйста, сейчас. Ребят. Сейчас. А я не могу тебя пулить. Я могу пулить, я подпулил. Блин, Марик, ну... Ну, давайте согласованно, пожалуйста, да. В следующий раз. Вот, я с вами. Все, ребят, тихо. Сейчас давайте будем прыгать. А зачем ждать целый круг? Прыгните просто сюда, и все. Тоже верно. Вот, наверное. Тоже верно. А, нам сейчас... Вот сюда. Нам туда. Вот туда. Раз, два... Блин, я... Все,
все нормально, все нормально, все нормально. Ну что, поехали? Давайте на счет три. Раз, два, три. Так. Три. Блин, слышишь? Ну в смысле три? Давай, раз, два, три. Простите. Три. Раз, два, три. Три. Стой, 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 тихо, тихо, тихо. Сейчас, потяните. Раз, два, три. Ага. Раз, два. Ой, это... ну, ну да. И ну... сюда сразу. Господи, у нас нет субординации. Нам похрен. Мы все начинаем увлекаться. Вот что мы сейчас делаем? Нам нужно, чтобы нас присоединили к этому, к... как этому? Hive Mind, метро... короче. Hive Mind по-русски как? Коллективный разум. Коллективный разум, да, точно. Да кто там? Что? Тихо, 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 подумайте, тихо. Подумайте, ребята, я сейчас упаду. Я тяну, нормально, нормально, так. Нормально. Да блин, Марк, что ты это сделал, осторожнее. Тихо, просто не дергайтесь. Отпустите клаву. Я его не увидел. Отпустите клавиатуру. Все, я убрал руки с мышки и с клавиатуры. Опять ставим руки на клаву и мышку, и давайте думать. А, нам вот туда наверх надо запрыгнуть. Наверх, хорошо, давайте. Да, вон прямо. Да что значит давайте? Давайте. Тихо, тихо, вот тут. Смотри, что. Я не знаю. Так, тут надо прям... Опа. На раз, бежим. Два, три. Нет. Спасибо, блин, на раз, два, три, да. Спасибо, что послушали меня. Нормально, нормально. Да, держится. Тяни, держи нас, Марк. Держи нас, Марк. Давай. Я тянусь. Тащи, пожалуйста. Давай. Все, есть. Ты можешь. Давай, тяну. Все. Ребят. Мы кнопку нажать. Максимально по-дебильному. Мы сейчас все сделали, но повезло. Что это? Бежать! На время! Стой, подожди! Нет! Уже не успели, ждем. Просрано. Вот смотри, я встал зеленый. Как только я с нее слезу, она активируется. Че, бежим? Раз, два, три. Да подожди, музыка. Да блин, что музыка играет? Я стою пока на зеленой, она в активации. То есть обратно отчет не пошел. Нет, она не в активации. А вот я себе говорю. Пошли! Давай! Просто бежим! Не смотрите на что, просто бежим! Хреново. Лучше запрыгивать, короче, ребят, да, лучше запрыгивать, да. А не ползти. Я понял, хорошо. Но все равно я что-то ползу. Ой-ой-ой-ой, ну пожалуйста, у меня такое ощущение, что мы сейчас... Успеем, все хорошо. Ладно, чем дальше, тем больше нервов, у меня так пальцы вспотели сейчас. Так, давайте гоу, ребят, дальше. Идем дальше, хорошо. Вот сюда. Прыгаем. Просто прыгаем. Блин, ну просто почему прыгаем. Уже вы так? Ну ладно, все. Марк, ты с нами? Готовы. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Ага. Все, так, все. Отлично. Чекпоинт. Мне кажется, вот это чекпоинты. Нельзя это как чекпоинт расценивать. Нет. Ну давайте цепь обернем вокруг и посмотрим. Может быть, зачекпоинтится. Задушите эту штуку, задушите ее. Марк, иди в другую сторону. Я в одну, ты в другую, чтобы я мы прям задушили. Иду, понял? Чтобы асфиксия была. Вот так. Собачий кайф. Вот тут новый лифт, ребят, уехал только что. В чем поехал-то, не понял. Ну, он захотел просто, он живет своей жизнью. Кто-то его сверху вызвал просто. Ага, лифт. Вот смотри, тут какая-то другая тема пошла, да? А, слышишь, Женя, это не твоя пещера, нет? Это моя, только апгрейдженная. А воду можно залазить? О, сауна! А зачем это? Зачем эта вода? К чему это все? Ну, чтобы так это, знаешь, немножко освежиться. Блин, ну ты себя видел. Ну, не помогло, как видишь. Жалко. Что-то вот страшно. Как будто мы, как в Индиана Джонс сейчас, как будто... Не наступайте на ловушки, пожалуйста, смотрите под ноги. Лифт. Мы прошли игру на процентов 15, получается. Офигеть, всего лишь 500 метров, прикиньте. Воу, тут уже какие-то загадки, смотрите, кнопки. Ребят, аккуратней. Смотрите под ноги. Вот кнопка раз. Надо одновременно нажать, мне кажется. Как одновременно? Нам не хватит. Не хватает? Ну ладно, хорошо. А, нет, так. Слышь, они не отжимают. Они какое-то время будут работать, короче. А что будет? Давай посмотрим. А, еще две кнопки я вижу. Давайте, надо выше прыгать. Надо все просто нажать, и все. Я думаю, в этом весь прикол. Я болтаюсь. Есть! Вот, открывается ворота, идем, все. А в чем была опасность, я не понял. Так вот, смотрите, прямо нужно прыгнуть, схватиться за этот, за забор. Вы видите, что происходит? Там эти платформы. Парни. А может мы вот тут пройдем? Во-во-во-во-во-во-во-во. А, да, можно и так. Не дают, не дают. Не-не-не, подожди, давай назад. Отсюда, мне кажется, можно прыгнуть. Я думаю, это ошибка. А я думаю, что нет. Давай кто-нибудь один прыгнет. Давай я. Смотри. Да, можно. Ну, я пролетел. Вы уверены? Мне кажется, что мы умрем. Давай, прыгаем. Хорошо, ладно. Отсюда прыгаем, да? Не, вот отсюда где-то. Вот сюда. Видите, где я стою? А, отсюда хотите? Точно? Там внизу дорога, нам придется на машинке. Давайте просто по забору поползем. Мы допрыгнем. Хорошо, давайте. Давайте суперсинхронно. Раз, два, три. Мы допрыгнули. Допрыгали, все, отлично. Красава, Марк, отличная была идея. Блин, вот это я так не люблю, вот это я так не люблю, господи. Это же вообще самое простое, по-моему. Ладно, получилось, она не так сильно бьет просто еще. Ой, лазерные указки там стоят, смотрите. Ладно, хорошо. Вы готовы?
Давай, да, давай. Запрыгиваем, запрыгиваем, запрыгиваем. Нас напротив нас. Вот, да, да, и... Ну, давай. Оп! Хорошо, хорошо. Так, отлично. Хорошо, сейчас хорошо. Надо перепрыгнуть Луиджи. Луиджи, Луиджи. И не обосраться. Луиджи. Вот. Так, вот сейчас справа, справа, ребят, справа. Да, вижу. Вот сюда. Ой, хорошо. Есть, ребят, красавчик. Ай-яй-яй-яй. Макс. Так, хорошо. Вот сейчас будет прыжок вот сюда. Вот, нет, вот, направо, перед нами, перед нами, перед нами, перед нами, вот он. Есть, 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 есть. И куда? И все куда? Хорошо, мы уже все. Все, все, на платформу, вот на вот эту, короче, сейчас попадем. Сейчас попадем на платформу, на нормальную, которая... Платформа построена человеком из бетонного сплава метеалии. По бревнам, по бревнам. Ну, искупался в нем. Зачем ты это сделал? Давайте еще разочек. Ну, мы это сделали с первого раза, не должны обосраться. Давайте, раз, два, три. Вот хорошо! Минимально прогресс просрали. Короче, если там упадем, можно будет зацепиться. Чем мы парились? Давайте сразу... Нет, давай не жадничай, давай не жадничай. Ладно, хорошо. Чертов жадный я какой. И почему вот у тебя есть такие места, в которые, типа, вот мы не попадаем, но они есть? Это чтобы запутать нас. Да, думаешь? Запутать. Они нам не да, нужны. Да, конечно. Вот здесь надо перепрыгнуть. Да это вообще... Оп, направо. Да. Да-да-да. Прыжонг. Так, отлично. Ну вот в эти столбики, кстати, можно врезаться, если честно. Хорошо, что об них этот не обматывается. Да. Цепуга, да. Цепуга, ой, да. Это было бы... Вот что они так не сделали, было бы еще сложнее. Да играть. Это вообще чепуха бы была. А прикинь, если бы мы еще друг об друга могли замотаться. Это вообще дичь была. Мы бы не прошли это. Нет, но это ладно. Не требую многого. А вот тут прям аккуратно. Да, мы здесь запоролись. Прыгаем на раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Прыгаем на раз, два, три. Раз, два, три. Нормально, нормально. Все немножко мимо, но спаслись. Да, все в просак попали. Раз, два, три. Хорошо. Вот это хорошо сейчас. О, о, о. Ладно, прогресс, ребята. По крестам, по кельтским, смотри. А, ой, блин, начинается это он ляповское говно. Вот, вот сейчас прыгаем. И вот, да ёп. И сейчас вместе прыгаем. И вот сейчас, да, хорошо. И сейчас прыгаем. А вот здесь как? А, ладно, хорошо, я думал не прыгаем. Дотянусь. Оп. Ага. Так, пробел, аккуратно, стоп, 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 стоп. Черт, 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 потяни меня. Подтяни меня! Подтяните, пожалуйста, подтяните, подтяните! Марк! Нет! 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 Направо, направо! Нет! 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 Нет, блядь! Нормально, нормально, нормально. А чем мы на машине ехали? Можно же пешком идти. Ну так пойдем пешком. Все готовы? Я готов, ребят. Давай, давай. Давайте сейчас. Давайте. О, нет, дерьмо, 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 дерьмо. Нормально, все, я жив. Так, назад, назад. Так, идем. Хорошо, идем. Назад, назад. Так. Все, ребят, тут нет таких проблем. Хорошо. Нормально, все, все легко. Назад. Да, просто прыгаем. Так. Можно просто прыгать тупо. Стоять и прыгать. Так. И далее. И нахер. Ой. Вообще... А, все, 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 залез, залез. Все нормально, залез. Все нормально. Теперь прыгаем по этой фигне. Все одновременно, да? Да, 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 одновременно. Раз, давай. Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Блинушки! Так. Как быстро все пошло не так. Меня тянет назад, меня тянет назад. Я не могу вас тянуть даже. Я понимаю. Попробуй. Не-не, слышишь, слышишь, не крутись. О, нет. На дорогу, цепляйся. Нет, 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 я ненавижу свою жизнь. За что? Почему? Как можно было на такой херне запороться? Как это делается? Вот сейчас, через 5 минут, мы должны быть на той же самой точке. Если будем действовать слаженно, четко и быстро. 8 гребаных часов спустя! Че мы вообще делаем? Откуда да, зачем вообще, вот, зачем вот мы, люди играют в эти игры дурацкие? Я задаю себе вопрос, скажу, ну, естественно, мы... Дед, тащи, дед, тащи, дед, тащи, дед, тащи, пожалуйста. Дед, тащи, пожалуйста. Я... Есть, 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 есть.
господи, боже, что меня порвало. Смотри, вот все как и было, короче. Максим посередине остался, короче, ты упал, потом я упал, и он должен тянуть и тебя, и меня. Потом он вытянул меня и упал. Да. Это говно. Ладно, давайте, поехали. Раз, два, три. Ой, господи, боже, что мой. Все, пошли, давайте. Пошли вы, ребят. Да. Вы мне не дали, вы мне не... Все, гоу, 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 давайте по-серьезки теперь. Да, все. Серьезно, спидран, спидран. Не улыбайтесь только. Окей, оп. Тихо, стоп. Нет, это плохо закончится. Давайте попробуем, чтобы это хорошо закончилось. Раз, два, три. Так, стоп. Вот здесь, блин, ладно. Погнали. Все, я не паника. Что такое? Какое говно происходит? Пойдемте на лифт. Все, пойдем, сразу, сразу, сразу. Да, да, сразу. Зачем сиськи мять? Понеслась, понеслась. Блин, сиськи мять круто, на самом деле. Тихо-тихо-тихо, там Юджин залазит. Юджин слазит. Юджин слазит. Просто дед бежит по воздуху. Воздушный дед, моя поступь легка, как перышко. Аэрогрэнпа. Аэрогрэнпа. Аэродед. Я аэродед. Аэродед. Самодед. Дедолет. Раз, два, три. Дедолет. Стоп, стоп, стоп. Поближе. Дедолет. Да блин, сказали же вместе прыгать будем. Стоп, да, да. Да, Марик, ну. А чего мы не прыгаем вместе тогда, в итоге? Тихо, тихо, стойте. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Во, собрались, и все получилось. Так, стоп, 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 стоп. Стоп. Юджин, чуть ниже, чуть. Нет, 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 парни, нет. Так, так, тащи, 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 Марик, тащи, Марик, тащи, 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 родной, тащи. Нет, ты решил, Марик, не тащи. Юджин, не шатайся, не шатайся, Юджин. Да я ничего не делаю, я ничего не делаю, я ничего не делаю. И Марк тоже отпустил клавиатуру. Ребят, честно скажу, я был уверен, что она меня не заденет. Я не знаю, как так получилось. Стоп, 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 Юджин, нет, Марик. Нет, давай, давай, вот давай, так, вот так, еще, все. Еще подождем. Все, да. Хорошо. И идем, раз, два, все. Опа! Вы можете прям... Вот там. Сейчас мы прям очень одновременно, очень синхронно. Сейчас подождать надо, сейчас ждать подождем, надо. Надо стоять. Ниже, ниже, ниже. Надо стоять. Быть ниже, быть ниже. Идем, идем, выше. Идем, идем, идем. Отлично, отлично, фу, отлично. Ух, хорошо. О, ладно, это последняя попытка, друзья. Да, 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 поэтому надо падать. Вот, 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 здесь, здесь будет легко. Попомните мое слово, будет легко. Побежали. Бежим за ней. Давайте. И перепрыгиваем. Прыгаем. Просто, и все. Сейчас вот, я же говорил, я предвидел. Раз, два, три. Тихо, не-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 
Хорошо. Так, так, так. Прыжок сюда. Продолжаем сразу. И сюда сразу. Дальше, дальше. Стоп, 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 кто не цеплялся? Все, Макс держится, так и заведено. Все, все, все хорошо, нормально, нормально. А кстати, кто теперь? Давай, Марк, теперь ты поведи. Давай я поведу, давай я поведу. Давай я в прошлый раз провез нас поведи. Нормально. Давай, 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 по-нормальному, чтобы было. Ладно, хорошо. Я просто не хочу запарывать последний шанс, поэтому. Давай. Ладно, ладно, давай. Главное, чтобы Макс тоже не запарывал сейчас. Не торопись. Да. Назад, назад, назад. Нет, нормально. Не слушай меня. Аккуратно. Не слушай, я просто дед. Да! А! Черт, дед! Вылезай, вылезай, вылезай из тачки! Опа! Да, пешком пойдем! Да пойдем пешком вообще! Хорошо, да, хорошо. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Тихо-т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 их
три. Молодцы. Вообще не... Теперь я считаю. Раз, два, три. Теперь я отсчитаю. Раз, два, давай. Три. Кто следующий? Я. Раз, два, три. Раз, и раз, два, три. Три. Раз, два, три. Молодцы. Идем, раз, просто, два, идем просто идем. Раз, стоп. Два, три. Нет! Раз, два, три. Ладно, идем. Раз, два, три. Раз, два, три. Да ты раз, не помогай, два, три. Просто бежи. Стоп, стоп, стоим. Стоим. Надо напрыгнуть наверх. Раз, два, три. Поехали, короче. Так, а вот здесь мы случайно... Мы тогда лакернули здесь, ребят, если что. Нужно будет прыгать вот на эту чуть... Вот когда она уже будет в полубоковом состоянии. И тогда у нас, да, будет запас, чтобы все это сделать. Ага. Я ничего раз, не понимаю. Раз, два, три. Ага. Блин. Еще, еще, еще. Нет, уже не еще. Тихо. Стоп, ой, стоп, стоп. Плохо. Нет, стоп, нет, держимся. Нет, нет. Класс. Классно. Плохо, плохо. Классно. Плохо. Нет, нет, прыгай сюда. Я не могу прыгать. Вот так, я держу вас, ребята. Я держу вас, ребята. Я пытаюсь поднять. Держите меня, ребят. Я держу нас. Найн! На платформу! Нет, 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 ладно, но мы не упали вниз, мы можем продолжать. Ну пойдем, ладно. Зачем я это предложил, я не понимаю. Нахрен вообще меня слушаете здесь? Давайте просто идти вперед. Давай, просто иди. Из песни. Раз, два, три.
А с какой песней? Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем к костям. Армейской. По костям идем опять. Ой, опять упал Максон. И он забрался наверху. Подтяну его к себе. Вновь пойдем мы по трубе. Блять, я упал. Да ёб! Да в пи***ку, короче. Давай мы там на штыки упадем.